Oh shit, didn't I? Дьявол идет. You up to? Whoa!
back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Из-за колебаний энергетической мощности, которую мы впервые наблюдали прошлой зимой, мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не произошло. Более того, прошло уже много месяцев с тех пор, как мы могли отправить кого-нибудь через него. И вот вчера, когда я проверял это устройство, я стал свидетелем чего-то, что меня в одинаковой степени взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала на какое-то короткое мгновение. Thank you.
the Russians didn't survive. Man, these skeletons are creeping me out.
Those creatures are taking her shape. Must have been a spectacular forest. Really creepy.
These must have been the portal creators.
Interesting one, I know. What? What?
Вон там. Сломан. Yeah, I can see it's broken. Oh, great. There go my hopes for getting off the planet. Hopefully we can make it to that oxygen supply module. Лет развитие нашей колонии на этой планете зависело от системы порталов. Нам никогда не приходило в голову, что когда-нибудь они перестанут работать. Когда местная растительность вымерла и жизнь ушла отсюда, надежда, что мы когда-нибудь возвратимся в Россию к нашим семьям, также погасла. Конечно, это произошло не в одночасье. С течением времени портал стал постепенно блекнуть. Чем больше мы приспосабливали этот мир для нашего удобства, тем более опустошенной становилась окружающая нас среда. В конце концов, портал начал имитировать окружающий мир и стал сопротивляться. Сначала это были просто небольшие аварии в процессе транспортировки снабжения. Мы думали, что они были случайностью, ведь мы имели дело с лишь недавно обнаруженной технологией, поэтому в то время это было единственным разумным объяснением. Однако наши предположения оказались неверными. Мы это поняли, когда та же участь постигла и группу колонистов. Их жалкие останки, пятна засохшей крови на платформе прибытия, ужас, навсегда запечатленный в нашем сознании. После этой трагедии Москва совсем прекратила поставки. Нам страшно было даже представить себе, что нас ожидает, не говоря уже о том, чтобы попытать удачу. Теперь мы находимся в ловушке в этом умирающем мире. Могила, которую мы вырыли сами себе. Сейчас, беги! Осторожно! Направо! Fun. Давай, давай. Стой, подожди. Сейчас.
Стой, подожди! Стой, подожди! Сейчас! Сейчас! Налево.
Thank you.
That's a bit toasty. Well, at least it's a dry heat. Oh, that's me done.
Oh, that's it. Man, it's been 4 hours. No further on than I thought. Well, I'm kind of stuck in the phone at the moment. It's like a mess. Back with a fresh mind tomorrow. It's 1:30. I need to sleep. Thank you for watching, those people that did. But I am done. 10 o'clock tomorrow. Cheers. Please rate, follow, subscribe, whatever you want to do.